Мособлъирс информирует жителей о том, что с 1 июля в России отменена банковская комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь комиссия не взимается со всех клиентов Мособлъирс. Это относится к тем, кто оплачивает счета в личном кабинете пользователя в мобильном приложении, в терминалах и непосредственно у менеджеров в офисах. Также в июле среди клиентов расчетного центра разыгрываются денежные призы. Для этого необходимо полностью оплатить коммунальный счет через систему быстрых платежей с помощью любого удобного канала оплаты участниками розыгрыша клиенты Мособл становятся автоматически.